Нет вражде. Представители Одесской епархии, Совета мусульман Украины, религиозных конфессий, а также члены диаспоры нацменьшинств, представители общественности и СМИ обсудили вопросы антирелигиозных призывов и разжигания вражды среди верующих. Участники встречи категорически осудили призывы к межконфессиональным и межэтническим конфликтам, а также религиозную нетерпимость. Тут уживалось больше 100 национальностей. І більше 25 релігійних напрямків, і великих, і дрібних. Але за всю історію тут майже не було міжконфесіональних зіткнень, конфліктів. І ціль нашої сьогоднішньої зустрічі – це є те, щоб і в наступному, в майбутньому цього ніколи не сталося. В частности, участники собрания рассмотрели ситуацию, когда дочка одного из священников ПЦУ Мирослава Шиман в соцсетях призывала к джихаду в одном из храмов Одессы и угрожала физической расправой верующим Украинской Православной Церкви. В свете происходящего в мире это вопросы, которые не просто сказаны вскользь или в каком-то несерьезном диалоге, в каждом, так сказать, посте, в словах, которые сказаны, есть определенная угроза конкретным людям. Представители мусульманской общины Одессы и члены мусульманской диаспоры осудили эти высказывания, отметили, что не позволят использовать свою религию для провокации и разжигания вражды между гражданами Украины.